Похуй, давай убивать. Да я думал, как бы эту добить. О, медведь-то, блядь, непрофессионал, непрофессионал. До свидания. Так, здесь за собой кто-то съебал. Я здесь его видел. Я просто подумал, он телепнулся чуть вперед. И нашего убили, типа, он съебал. Ладно, я фармиться. Хорошо, все, пошла. Блин, почему-то всегда хочу сказать дотка. Это старческая, это пройдет. Маразм припчал. Бля. Не отступали. Это вы рау не хламали. Слушайте, а напишите в чат, что дает убийство дракона и Рошана. То есть. На Шора. Ну да. Именно его. Только деньги, да? Не, на Шор баф дает. Я иду на помощь. Или тебе не нужна помощь? Если ты про меня. У меня мало хп. Сука, Илья, беги! Я попробую откинуть! Откинул! Жертвуй собой, ты кэрри. Все, и бежим вдвоем. Слишком большой жезл. Все хорошо. Смотри, на развороте. На тебе, сука. На! Может, ты наваляешь? А, уснул. Маленько. Ой, медведь. Аккуратно, Илья. Бля, не, ну медведь это пиздец какой-то. А вот волейбир это то, что мне надо вообще. О, блядь, тут, блядь! Блядь, я от нее прячусь, захожу в кусты, а там медведь, блядь, стоит, короче, жарит их. Что подстава. Призыв, искрепление, расщепление. Слушай, ну они не так много, это демеджит, как это. Как боты, поменьше демеджа. Ну у них шмоток поменьше так-то. Да. То есть полегче играть, я говорю, все, мы натренились с ботами, сейчас выиграем. Так, я. Может, даже предложил бы сейчас толпучкой куда-нибудь завалиться, он на центр, например, там уже двое, я туда иду. Ты на Шоре забрось пятером и не париться, потом с бафом идти убивать. А чё за баф на Шоре? Да чё, ты там, по-моему, по штуке голды, что ли, нарыла и... По какой-то баф. Да, там, ну, там вообще до хрена, типа, сложно. А пойдём я дракончика заберем, я его потанчу, а потом пойдем попробуем на Рошана забрать, на Шора. Урон баф АД, АП, ХП, реген. Заебись, баф. Это охуенно, ребят. Я люблю бафы, хп, реген. Ты собираешь красный, синий, и добиваешь на Шора, и потом отсасываешь, потому что ты давно играть не умеешь. Так, все, на Шору идем? Или мид разъебем? О! На лимит разъебем. Или тут, блядь, драка. Еще есть! Медведь! Сука, их там четверо, я, блядь. Во, не, ворвемся. Все, я ждал КД. Ждал КД! Ворвался, пацаны! Отступаю. Тактическое отступление. Необходимое. Так необходимо, пожалуйста. Живи, медведь. Иди, сука, топор мне в задницу. Какой я в толпу зайду, короче, на похуй. Я ушел. Кастую, давай. Я точно вообще нормально буду кставать. У меня вообще нет хп, за мной бежит какая-то сука. У меня 100 хп. Илья убивает. Хорошо. Болею за вас. Надо бы сами все-таки драться. Ну, у меня 100 хп. Какой? Как я? Похуй. За мной бежала какая-то тварь, и как бы, вот. Последний остался. Ну заебись, мы выиграли драку. 3-2. Ой, 3-5, ну вы поняли. Ну почти эйс. Да, почти. Никто не типа убили этого медведя тоже, но он просто, ну, уже резнулся. Кто нас тащит? Мы тут все сами тащим, никто нас не тащит. Я топ заберу, да, дофармлю. Ой, или я этот перерождение собрал. Тебе надо, Илья, вот эту шляпу по любасу, она тащит ей, короче, я уверен. Да ладно!
Блять, я только что с туз король проиграл король 5 на борде туз король 5. И у меня еще флешдро было. Е-е-ба. Хороший день. Так. Погнали вон, Илья, на миде есть кто-то. Нашего бьет. Ум, прикольно светится. Там вообще что-то много, но... Аккуратно, Илья. Из инвиза пока не уходи. Медведь появился. Надо съебываться. Все, отступаем. Блять, оглушило меня. Нормально. Все, медведь, а за это... Короче, он... Засуди его, Навального. Не, Илья, не получится, наверное, сейчас сорваться. Там трое и медведь. Медведь это такое. Чё, блядь, меня догнали. Как думал, ультануть? Я вышку пытаюсь дефить, ребят. Тут что-то вышки-то плохо. Сука, давай, Илья, хорош. Давай, первый ульт. Что, блядь, происходит, нихуя не понимаю. Это нормально. Нормально, ребят, я отжираюсь, я уже мощный. На нахуй. Я Зевс. Ты убил кого-то, что ли? Да. Прикольно. Типа жесткий, так, значит, на защиту одеть. Защита, нахуй, здоровье. Я просто здоровье, надо много здоровья, самое дорогое. Замерзший молот. Хуйня. Это, знаешь, вот. Что, доспех я вармога. Замер Андуина соберу сейчас. Если на хп, то доспех вармога, по-моему, самая пиздата. Насколько я понимаю. Не, блять, я соберу знамя, как там Рандуина. Ну ты понял, короче, эту хуйню я сделаю. Охуенно. Люблю знамя Рандуина собирать. Годы раку. Так, я убил. Я готов драться, да, на миде. Красный ваф получил, не знаю зачем он мне. Чтобы быть заебись, давайте. Спрей кого-нибудь сила. Все, давайте в пятером типа пушируем мид, короче. Они сейчас будут там телепаться там. Я иду, я танчу, у меня. Сколько у меня хп-то, я не вижу вообще. Где посмотри? А, вот 3500. 3453. 3500. Так, что-то врубилось. Так, бегу. Ладно, они отошли. Еще раз. Вышка ебаная драться за вышкой. Да, ну я так забайтил. Подумал. У меня все равно КД моментально отходит от хуйни. Это что, это наше? Да, вроде да. Нет, с этого места это наше. А слушай, сзади напали. Медведя, ослепил медведя. Школьницу пиздим. Школьницу убить. Хорошо. Еще идешь. Дальше цеплять. Он исчез, он появился. Включаю ульт. На медведя. Напрыгал. Чтобы, блядь, он не мешался никому. Блять, откусил ему пол задницы, он умер от этого. Викинг остался, викинг. Блять, стоять. Хорошо, эйс, нет? Блять, а где, кто еще? А, вот, тут, и все, и сразу минус мид, ребят. Все, просто профессиональный киберспорт. Пиздец, одну драку вырвали, все, минус мид. Ну да, фармили. Но, согласись, они напали вообще ебано, конечно. Ну, они по одному напали. Что-то и по одному, и что-то стояли у Тауэра, школьница. Она переоценила медведя, кажется. Блять, есть такое. Пушка дэмэджит. Да ну тебя нахуй, а. Так, нагибитор теперь убиваем. Быстренько, ребяточки. Так, уже идут, все, отступаем. Школьница бежит с портфелем. Хорошо, хорошая стенка. Жирный скотин. Толстый скотина. Я в нижние кусты и съебу отсюда на телепорте. А, хорошая идея. Я попытаюсь поступить так же. Нет, блядь, за мной бегут.
Нет, по-моему, не обоссались. Хорошо, мы переигрываем их, просто по скиллу делаем. У меня ангел-хранитель теперь тоже есть. У меня 2700, я пока думаю, что купить такого. Наверное, хрустальный релай возьму на самом деле. Скиптер релай. Который дает все, что мне надо. Я предлагаю еще раз пуш сделать. Точнее, даже контр-пуш, мы сейчас их отпиздим на миди. Кстати, надо убить их, да, я с уточкой как раз. Давай, я тоже совсем, у меня ангел-хранитель есть. Все, давай, я даже тауэр не дам им запушить. Они охуеют. Все, бегу. Вижу тала, лоха. Сзади, сзади, близко это, хуйня. Медведя ослепил. Все, медведь никому не причинит вреда больше. Все, блядь. Слушай, я так подумал, а медведь мой, вот контра ее медведя. Ну, ну хуй правильно. Знает. А потому что он топает, и тот медведь, как бы, он перестает дэмэджить и начинает ходить. Но он жжет, как бы, в АОЕ, но это... Ну, приятный бонус, согласись. Просто так, на халяву. Я ульту, кстати, не тратил. Так, Илья вверху показывает ПВП. Он заныкался где-то там, в кокон. Время тянет. Нормально, ангел-хранитель есть, потом может еще инвиз кастуешь, а мы мид в это время сносим. Все, хорошо. А мы минус мид сделали. Опа. Все, идем дальше. Ингибитор уничтожен. Тауэр уничтожен. Тут тауэр, кстати, гораздо быстрее ломается почему-то, чем там. Ага. Мэтт предлагает сдаться. Нельзя. Сейчас будем драться. Дерусь. Что-то кастую, все, заебись. Вышек нету. Деремся как на своем поле просто, блядь. Так, всех отпиздили. Школьница осталась. Оглушила меня. Закинул, блядь, за спину ее, блядь, с прогива. Лапой, блядь, сейчас жопу откушу я, смотри. Убил. Откусил, блядь. И минус трон. Ну, блядь, это показательно. Просто как по книжке просто. А не против бота, что-то вообще изи. Да, это не против ботов играть. Вот умеет играть. Фу. Ну блин, мне очень в лесу понравился. Я еще вначале зафейлил, но как бы это вообще, по-моему, угарно. Стоять в лесу. Так, надо посмотреть, что мне дали за игру. Сколько я нафармил? Ебать, слышь, почти левел взял.